кафе De La Ola. Традиционная мексиканская кофе. Туда ложат, добавляют сок с апельсинов, потом, по-моему, корицу, кофе. И еще есть по возможности, можно добавлять вот такие сливки. Он их два принесли, но я пока еще не решил, буду добавлять, нет. Пока что мне и так классно. И вот это в таком вот глечку классном, глиняном. Он небольшой, но держит тепло очень здорово. Ничего, деваху нарисовали на отеле. Мы гуляем по городку. Здорово. Сейчас посмотрим, что дальше. О, местная архитектура. Какая-то церковь, чешу. Красиво, красиво. Против солнца тут нифига не видно. Ну ничего. Сейчас попробую развернуться. О! Вот это кадр. Солнце через колокол. Ух ты, а там так ничего раздобрили. Красиво. Интересно. Вот там залив, яхты стоят. Так прикольно. По-моему, у нас когда-то были такие дома. Очень классные, как вас классно крошить. Опа, это что? Ничего себе. Я тут забыл пузыри пускать. Чешу. А ну сейчас попробую раздуплиться. Не сильно пускается. О, принеслись с Монтаны. В таком классном вене. Очень красивый. Он небольшой. Там можно даже в полный рост стоять. Видно электрическое подключение. Включает 30 ампер. Ничего себе. О, кстати, все 4 колеса крутятся. 2500 версия. Вот лесенка. Наверху у него солнечные панели. Вообще прикольно. Он, кстати, по длине, короче, нашего трака будет. У нас, по-моему, 5,7 метров. Длина. А здесь чуть покороче будет.
И вообще зачетно. Приехал к пальмам на зиму. А это местная марина. Лодочная, по-нашему. Кактусы. Ну эти как-то подсохли. Ничего, как котерок. Серьезно прям. А вот еще каракатик. Огромная. О, пистолет. Поднялись на скрытую тропинку. Может, такая гравийная. Это мы вот там гуляли. И идем дальше. Уже типа закат. Вон местные рыбаки сидят. Ужин ловят. Рыбы тут вообще нереально много. Снова прёмся по гравийным дорожкам. Красиво тут вдали. Тут везде уже гринго живут. Тут еще будет все расстаивать. Классный залив тут. Пойдем обратно. Уже будет темнеть скоро. На Аризону сильно похоже. Ну, кстати, интересное дерево. И кора вот такая вот. Как бумажечки какие-то. Папирусы. О, смола. Прикольно. Я похожее дерево видел где-то в Калифорнии. В Санта-Барбаре. Вот оно. Как оно тут выросло вообще. Поднимаю кактус в пустыничку. Это тоже какая-то типа акация. Вечереет. Облачный.